Всем привет, друзья! С вами, как всегда, профессионал енот и нубик, и сегодня мы будем сражаться на чанке Деда Мороза и Снегурочки. Приятного просмотра! Эй, йоу, нубик, ну чё ты там, не замерз еще на чанке своем Снегурочке-то, не, а? Не замерз, мне тут вообще замечательно! Не, нормально, да, ну хорошо. В общем, ребята, всем привет. С вами, как всегда, профессионал Енот и Нубик. И мы на новогодних чанках Деда Мороза и Снегурочки. Как бы у нас уже скоро Новый год. Через да. Две с половиной недельки, или сколько там осталось, ну, до него, около в общем. Того. Вот, поэтому мы решили с Нубиком записать парочку новогодних роликов. И вот это вот будет один из них. Чанк Деда Мороза, чанк Снегурочки. У нас здесь есть куча подарков. Нубик, у тебя там тоже какие-то синие, да, подарки есть, да? У меня тоже есть подарки, конечно. Елка стоит. В общем, у нас такие украшения, гирлянды, снеговики, тут снег идет, короче, все просто замечательно, в полном разгаре, зима, Новый год. Ну что, у нас сегодня, как обычно, битва, кстати, вот такая вот Снегурочка, вот такая красивая, вот такой Дед Мороз, там было видно его в самом начале, ага. Вот. У нас сегодня, как обычно, битва на чанках, у нас есть внутри чанков босс, Снегурочка и Дед Мороз, вот, чтобы победить Нубику, нужно завалить Деда Мороза, а чтобы победить мне, нужно завалить Снегурочку, ты там уже копаешь, что ли, да? Ну да, я так шерсть пропихиваю здесь, да, Шерсть пропихиваю, просто. Да. Хорошо, в общем, внутри у нас есть сундуки, в которых есть лут. Как всегда, мы с Нубиком начинаем копаться. Я уже тоже копаюсь. О, сундук. Сундук? Чего? Чего? Бедроковая кирка. Чё, серьезно? С самого начала... Не, ну, спасибо. Серьезно? Электропила. Мне надо электропила или нет? Я думаю, электропила не нужна. Так, я погнал копать тогда электрокиркой. Нифига, мне тут, кстати, снег залетает прямо в этот... Ага, мне тоже. О, ребят, смотрите, тоже. Снег здесь торчит. Так, раскапываем, раскапываем, раскапываем. О, еще сундуки. Два, нифига себе. Да, о, я... Че там? Нубик, я сейчас броню сделаю одну, ты не против? Так. Какую броню ты там сделаешь? О, а что это такое? Нифига. Ребята, у нас, короче, походу, супер везучая серия оказывается. Нубик, ты даже не представляешь, что у меня есть. Вот серьезно. Не представляю, ты... а что у тебя есть? Чего, блин? Что это такое? Что такое? Я пока один сундук с зажигалкой нашел, ты серьезно? У меня даже слов нету. Короче, ребят, давайте все это заберем. О! Так, хоть ладно. Что-то. Хоть что-то, ты там что-то нашел, да? Да. Нифига себе. Так, ладно, пока что оденемся в эту броню. Вот, я думаю, скоро можно будет здесь... Слышишь, нифига, у меня кирка. А чё так можно было с самого начала с киркой начинать? Да ну ты так. Капец везучий какой-то, я тебе говорю. Так. Нужно, короче, знаешь что? Нужно как-то вот сюда вот так парочку блоков наставить. А то я здесь накопал и теперь не могу пройти к сундуку. Так, добываем, короче, землю вот эту вот убрать нужно, потому что здесь лишнее мешает. Так. Вообще. Я, о, короче, понял, сундучок. Сразу вниз копаться начал посередине чанка, и потом такой хоба, а там сундук, о, а потом, я тоже, короче, нашел это, печку. И то, и другое, короче, нормально. Укрепленную алмазную кирку я нашел тоже, хоть чуть быстрее. Так, друзья, сейчас мы кое-что сделаем, я думаю, Нубик, слышишь, ты там нашел что-нибудь уже? Ну, я нашел алмазную укрепленную кирку и... В целом во, все, у меня есть стак алмазных вот этих вот укрепленных блоков, так что я могу сделать броню себе крутую. Нельзя! Почему? Нельзя! Почему? Крафтить же нельзя, верстак есть у нас тут, вон он нельзя. В доме стоит. Почему нельзя? Потому что нельзя, она имбовая. Так, имбовая, говоришь, да? Ну-ка. Да. Оп. Ладно, хорошо, имбовая, не имбовая. Ребята, вы видели, что там происходит. Так, ладно. Да, походу, тут погода нелетная совсем, но ничего страшного. Блин, вообще у нас тут такой снег идет, да? Что, ты там застрял, да? Метель. Да я вообще, меня тут замело снегом, короче, приходится снег рыть, вот, чтобы хоть что-нибудь добыть. Так, давайте, короче, вот так вот делаем, вот так вот. Здесь что, значит, нам надо? Нам надо вот так, потом... еще сундук, так, интересно. Вот так и вот так. Нет, давай вот так вот начнем. Сойдет. Чё ты там нашел, а? Дубинку. Дубинку, серьезно? Да. Это все, на что ты способен? На дубинку, Нубик? Ну, мне что-то не очень везет, судя по всему. Так, нам надо еще так, как к верстаку пробраться вот сюда, во, верстак. О, еще сундук. Нормально. Так, ну пойдет, ладно. Так, блин, как сделать? А, это не так. Совсем не мелочь, ну ладно, хоть что-то. Так, у меня есть некоторые сложности. Мне какие нужно... у тебя там сложности есть? Да я тут вообще не знаю, как с чего начать. Подожди, у меня же есть печка. У тебя там одни легкости.
У меня есть печка. Да нет, что легкости-то сразу? Мне надо забора кусок откопать. Вот, потому что... Забор, это пожалуйста. Пойдет. Что ты там нашел, а? Топор. Топор? Да. Для чего тебе топор? А, вот тот, который блоки ломает, да? Да, он самый, да. Нормально ты, нубик, нормально. Так, друзья, короче, здесь вообще игры профессионала идут. Вот, я пытаюсь здесь соорудить... Ого, я слышу, ты там слышишь? Алло, да, успокойся. Да, полетел. Ты куда? А куда, кстати, этот подевался? Кто? Я что-то его потерял. Так, ну-ка, надо как-то вот сюда. Как поставить? О, Это что? Так, вот сюда могу. Нет, не работает так. Короче, у меня проблемы. У меня полные проблемы. Так. Да что ты, бедняга? Да. Типа того. Так, а если я вот так сделаю и вот так вот тоже. О! Что такое? О! Это что? Это тебе подарок на Новый год, нубик. Ничего себе подарок! Нормально! Так, тебе понравилось? Да, неплохо. Так, а что я тут лови подобрал? Лови еще. В смысле еще? Блин, так, ты мне тут все поджег. Нормально, у тебя тут слышишь? Нормально. Ты что, обалдел? Так, подожди. Вот это тебе прилетело, слышишь? А ты где? Нифига себе. Я не знаю. Ну-ка. В смысле? Ты че? А у меня зелье на силу. Зелье на силу? Слышь, ты чё, самый блатной? Я не понял. Так, что? Как это переделать? Блин, это блоки бесполезные. Из них нельзя сделать броню, нубик. Кто-то же, нечего из них броню делать. Ну ладно. Я ещё вернусь к тебе, понял? Я еще к тебе вернусь. Возвращайся, мы тебя ждем, дорогой. Кто мы-то? Ты один там вообще-то, нубик. Я тут один. Это опять надо выкинуть, как оно ко мне попало. Слышишь, нифига у нас тут вообще замес начинается. Я такой с самого начала какие-то приколы интересные нахожу. Ого. Что там опять ты нашел? Да короче, я тут какие-то эти штуковины нахожу. Так, ну-ка. Ну это, в принципе, особо бесполезная тема. Хотя, может быть, пригодится. Ладно, нет, лучше возьми, так, наверное. Вот это уже интересно чуть-чуть. Что там тебе интересного, а? Да ничего. Тебе расскажи только. Ну а чё ты, не будешь мне ничего рассказывать? Так, я не понял. Это чё? О, нормально, так, Это выкидываем. Чё? А это чё? Слышишь, мне бы какие-то эти штуки, пушки какие-то интересные, потому что у меня проблема по оружию. Вот. Проблема по оружию? Причем да, такая, значит, нормальная проблема. Так. Ну зато ты мне тут две ракеты всадил, нормально всё, да, у тебя там? Ну да, нормально. Ракеты. Чё, да ракеты? Я вот тут что-то я услышал. Ё-моё, так, слышишь ты? Ну-ка, пошёл вон отсюда, я сказал, с моего острова, пошёл. Так, пауки. Нет. Слышишь, нубик, ты сейчас получишь. Доиграешься, понял? Доиграешься, говорю. Да так, не надо. Так, оп. Давай. Давай. Что, давай. На тебе. Я все, я сейчас улечу. Так, ты где? Ты меня не убил. Разбомбил мне тут все. Так, сейчас я тебя буду поджигать, слышишь? Давай сюда иди. Давай сюда иди, говорю. Ой, блин, у тебя пушки есть, слышишь? Так нечестно. Да ё-моё. Нечестно. Блин, ты меня скинул прямо на снегурочку. Понял, да. Так, надо расправиться с пауками, а то... Так, ну-ка, сгорели быстро отсюда во все. Так. Ну-ка, вот этого тоже надо выжечь, офигеть, слышишь? У меня тут снег, огонь, вообще дичь просто какая-то происходит. Так, потушись. Водичка. А, блин, она вода замерзла. Ёлки-палки. Вода замерзла. Да, такое. О, спасибо, ты мне немножечко помог, так? Ну-ка, нет, не могу. Всегда пожалуйста. Так, выкинем тогда эту фиговину, пока она нам не пригодится. Так, слышишь, ты... Сейчас тебе будет. Беги как можно дальше. Так, там еще подарки. Ого, слышишь, нормально же там. Капец, а где все? Снегурочка у тебя там не раскрылась еще, не? Не видно твоей этой? Нет, не видно. Клетки. Так, ладно, блин, ты мне, походу, опять сундуки пополомал. Задолбал меня скамить. Так, ну-ка, где еще здесь вот что-нибудь? Мне нужно найти срочно какое-то оружие. Опять всякого мусора поподбирал, вот нужен он мне 100 лет здесь. Мусор, да, вот ты кричишь, что у тебя там ничего не находится, а потом говорит, мусор. Ой, да, блоки все. Камня очень мне нужны. Нубик зажрался, короче, ребята, мы все поняли. Официально, нубик зажрался. Слышь,
А ну, убирай свой песок отсюда. Какой песок? Он, кстати, весь в один блок падает. А, да? Ага, ага, типа того так. Ну, чё ты там, где ты там, а? Потерялся, да? Я? Да нет. Ну, да. А о, хочешь, ты? Я сейчас сделаю веселую штуку? Ты там внизу, да? Я? Нет, я не внизу. Да? А ну, по-моему, да. Мне кажется, ты внизу. А я хочу сделать типа веселую там... штуку. О, слышишь, а я смогу сделать? Я не внизу, Нубик, ты чё, прикалываешься? Ага. Так, и куда ты там прыгнул? Да не, не, ничего, нормально все, не внизу. Ладно, допустим. Слышишь, ты где? Ой, блин, я откинулся. Так, подожди, а где ты? А, я? Да. А... Так, я тебя не вижу. Я не знаю, где я? А я вот здесь, а я вот здесь, а я вот здесь с огнеметом своим. Давай, иди сюда. Да что ты орешь-то там? У меня суперкирка. Так, хорошо. Ну так нечестно. В смысле нечестно, а? Иди сюда давай. На, и куда ты собрался? Давай, возвращайся к себе. Ах ты гадость. О, подожди, у меня там было еще... Сейчас, секунду. О, у тебя Снегурочку видно, короче. Все, я погнал ее валить. Не-н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 е. Только попробуй сюда прийти. Да я к там у тебя, я ж у тебя, ты че? Я уже возле Снегурочки стою, короче. Сейчас я ее завалю. Давай. Завалю, и все будет по красоте, короче, понял? Так, давай, попробуй. О-о-о, друзья, мы нашли супер штуки. Так, 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 ну-ка. Что ты там нашел? Ща узнаешь, Нубик. Ща ты обязательно все узнаешь. Так, это бесполезные штуки. Лазер нашел, понимаешь, как бы? Лазер нашел? Да, но я не знаю, нужен он мне или не нужен, потому что, короче, не знаю. Скорее всего, он мне не нужен. Зачем мне лазер здесь? Так, 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 так. Я слышу, что-то здесь происходит. Сундук. Выходим, выкапываем. Ух ты, елки-палки. Ты что устроил? Так, так. Ты что устроил? Так. Нубик, блин. Где? Пошел вон отсюда. Так, у нас, друзья, экстренная ситуация. У нас реально проблемы. Я тоже, я сейчас... Ага, Снегурочка, вот она нашлась. Так, никто там не нашелся, где она? По-моему, ее нету. Нет, она живая стоит. Живая стоит, да? Так, слушай, не, ну я знаю, где твоя Снегурочка, как бы это все очень круто. Круто, офигенно. Так, ты где, Нубик? А что тебе? Оп, вот сюда запрыгивай. Оп, вот сюда запрыгивай. Я возле Снегурочки. Так. Ха-ха-ха, иди сюда. Иди. Так, гранаты кидаем в нее. Гранаты кидаем. И динамита сюда. Блин, не успел динамит поставить. Так, много у нее там жизни еще интересной или так, нет? Так, не знаю. О, тут сундук какой-то. Опа. Стой, ладно. Я уже здесь. Так, ну-ка. А я могу динамит поджечь? Я не могу, походу, с этой штуки поджечь. Ты что там, смотришь за мной, да? Следишь? Да. Следишь? Так, ну я, слушай, я, блин... О, он взорвался, нифига себе. Ты, кстати, в этом, у тебя броняша где-то. Да я хотел на нее кинуть. Ой-ой-ой, все, давай, поджигаем. Сейчас точно она взорвется. Так, нужно задинамитировать здесь все вообще. Ой, все, загорелось. Пау, нифига себе. Так, Снегурочку добивай. У нее половина хп. Так. Да все, она уже. Так, сейчас она уже откинется. Ну-ка, Нубик, пошел тоже отсюда. А ну! Так, где? давай. Ты Снегурочку бьешь! Офига! Ты Снегурочку бьешь! Блин, она вообще на лоу хп! А, все! Ну ты, блин, капец! Нубик завалил Снегурочку! Да ты сам ее завалил! Ты Снегурочку завалил. Ты чё? На тебе блоком сейчас. Блоками закидаю тебя. Я тебя сейчас закидаю. Ну, где сюда? Эй! Так, ну все, у меня уже броня, походу, не выдерживает атаки топора. Слушай, не, ну нормально так-то тебе прилетело там, да? Ага, нормально вообще, супер. А ты где? Да тебе-то чё? Я просто хочу... Чё происходит? Где что ты? Тебе надо? Ты Деда Мороза бьёшь или чё? Нет. А где ты? А где ты? Так какая тебе разница, блин? Так, я тут в смысле, большая? Уже. А, вон он. Что такое? На, ой, блин, промазал. Гуляй! Нет, я буду жить, нет. Ты я не живу. Будешь жить. Я живу. Ты не будешь жить. А, нет, я упал. Короче, ребята. Нубик устроил неждан для Снегурочки, вот. Короче, блин. Так, кажется, я...
немножечко не попал. Во, все, сюда вылез. Вот, короче, устроили мы такую битву, значит, новогоднюю. Все получилось довольно прикольно. Так, ты чего? Куда там полетел? Чувак. А где? О, ты что наделал? Что я наделал? Да я упал случайно. В общем, устроили такую замечательную битву. Я победил, поскольку Нубик устроил Friendly Fire для Снегурочки. Вот, и решил, короче, отдать мне победу сам. Да я... Ах ты, зараза. Чё такое? Ничего. О, автомат валяется. Вот, короче, я его не нашел. Так, я слышал тебя. Иди сюда, где ты? Да я нигде уже. Да ты в невидимости лазишь, я знаю, 100%. А какой невидимости? Вот он, да вот он. Блин. Ты, вот он ты полетел. Да все, успокойся ты. Да не надо меня бить только. Дай все. Блок выкину. Как блок выкинуть? Не знаю. Блин, я. О, все, выкинул блоки. Так, короче, ребята, будем на этой ноте завершать серию. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые ролики. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот и Нубик, а также статуя Снегурочки, статуя Деда Мороза. Вот. И что еще? Куча всякого нужного лута, да? Вот там бластер какой-то. Да там вообще нормально лежит, слышишь? Да, такое. Ух ты, нифига у меня блоков. Ого. Не надо. Ого. Ой-ой-ой, где я? Не я надо. Потерялся. Куда? Тихо, я сейчас улечу куда-то, не дай бог. Так, надо выкинуть блок этот. Пожалуйста, выкинься. Нет, у меня куча блоков летает. В общем, друзья, всем на спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока-пока. Пока.